Новость, которую обсуждают сегодня все Чебоксары. 26 апреля в 19:37 в службу спасения поступило сообщение о возгорании в торговом центре «Дом мод» по улице Композиторов Воробьевых. Оказалось, что пожар вспыхнул в кафе «Дровишки» на первом этаже здания. По данным МЧС, пожар начался с системы вентиляции пиццерии. Она не прочищалась, как того требуют правила. По предварительной версии, к возгоранию могла привести и неисправность дымовой трубы. Торговый центр «Дом мод» проверял совместно с прокуратурой, сотрудниками государственного пожарнадзора. Было выявлено около 40 нарушений. Выдано предписание со срока исполнения до 1 года, в зависимости от тяжести пунктов. По решению прокуратуры Ленинского района города Чебоксары, цокольный этаж, где расположена часть помещения этого предприятия, где произошел пожар вчера, были поданы документы в суд на приостановку деятельности. 300 человек из здания «Дома мод» были эвакуированы, никто не пострадал. Источник огня ликвидировали сами сотрудники. Та беда, которая случилась в Кемерово и случается периодически на территории Российской Федерации, не дала урок некоторым руководителям, некоторым владельцам вот таких заведений. Хотя перед этим была проверка, были им выданы предписания, были высказаны замечания, но пришла беда, и слава богу, все это обошлось без жертв и, с малыми последствиями. Сейчас расследование по этому делу продолжается. Заодно проверят, выполнило ли руководство торгового центра предписания, выданные после проверки прокуратуры и МЧС. Виновные понесут наказание. А спасатели еще раз напоминают, что меры пожарной безопасности должны соблюдаться во всех случаях без исключений. От этого зависит жизнь людей.